Всем привет, друзья, товарищи! Это фестиваль Рутрейл. И сейчас воскресенье, в принципе, он уже заканчивается. Рядом со мной Виктория, которая здесь представляла Декатлон. И тогда все вопросы, вот что, чего, почему Декатлон сюда приехал? Мы с Рутрейлом очень завязаны, потому что их цель – это сделать походы более доступными, и наша цель абсолютно такая же. Слушай, здесь вчера, в субботу, был какой-то достаточно интересный поход, да? Что состоялось, какие итоги этого похода, и я слышал, там какие-то призы еще разыгрывались. По какому принципу эти призы там раздавались или будут раздаваться? Да, сейчас уже в течение месяца Декатлон проводил туристический квест. Было несколько призов, мы их прятали на маршрутах Рутрейл, и потом, соответственно, прятали там сертификаты, и люди приходили, забирали эти сертификаты и получали призы. Таких призов было, насколько я помню, 5, и последний из них был разыгран на этом фестивале, то есть в этом походе, в который мы сходили все вместе. Там был розыгрыш палатки трекинговой, в общем-то, вот так. Мы планируем в будущем проводить такие мероприятия еще. Есть какие-то предположения, вот когда будут такие вот мероприятия, где можно поучаствовать, где можно сходить вместе в какой-то поход, не сидеть, получается, в социальных сетях, да, так сказать, и действительно выйти на природу, вот так вот активно путешествовать. Есть какие-то такие вот ближайшие, сейчас наступил уже октябрь практически, да, через несколько часов. Октябрь, ноябрь, вот так. Да, есть, конечно же, такие места. Это, во-первых, Рутрейл, где, собственно, ребята проводят походы. Каждую неделю у них есть какой-нибудь поход, как минимум раз в две недели точно. И также ДК Хайк – это клуб, который создала я. Он также, ну, то есть мы сотрудничаем с Рутрейлом, мы вместе водим походы. Вы можете найти наш клуб вообще, в принципе, по хэштегу ДК Хайк. Мы возим походы раз, где-то раз в месяц, раз в две недели иногда. Наш следующий поход будет 20-21 октября в Подмосковье. Можно присоединиться, вообще любой человек может присоединиться к нам. Любой человек, то есть это там участие платное или бесплатное? Участие бесплатное. Единственное, что детей мы, к сожалению, пока водить не можем, поэтому это с 18 лет, но, в общем-то, присоединяйтесь в любом случае. Если вам хочется сходить в детский поход, то есть возможность сходить с Рутрейлом. Они детские походы возят. А пока еще неизвестен маршрут, это что будет, север или юг Подмосковья? А пока маршрут точно неизвестен, потому что мы хотим этот маршрут пройти перед маркировкой этого маршрута, чтобы промаркировать, сделать новый маршрут. Скорее всего, это будет где-то в районе Киржача. Ясненько. Слушай, как ты оцениваешь вот то, что здесь вот фестиваль, и что тебе больше всего запомнилось? Там, может, посиделки у костра, может быть, какие-то вот эти конкурсы, может, действительно гастрономический конкурс, в котором ты тоже так активно участвовал, требовал там это мясо и тому подобное, да? Вот. Что больше всего запомнилось? Может быть, заплыв на вот этих панкрафтах и тому подобное? На самом деле, фестиваль прошел отлично, мне понравилось абсолютно все. Посиделки у костра были прекрасные. Мне понравилась лекция Дениса в начале фестиваля. Вообще, мне понравилась, в общем-то, душевная атмосфера этого фестиваля, как, наверное, просто количество людей. Оно как-то так совпало, что мы могли все сесть вместе за один, как бы, вместе в одном, не знаю, как сказать, за один костер. Назовем это так, да, за один костер. Вот. И, соответственно, это было очень душевно, клево. Я хочу таких мероприятий больше. Правильно, да. Будем ждать от Декатлона организации, да, почаще тоже каких-то таких мероприятий путешественнических, походнических, когда можно собраться у костра, отдохнуть классно на природе, вот, всем подружиться, передружиться. Так что ждем. Вообще, если что, допустим, приехал какой-нибудь путешественник с Байкала, где ему в Москве найти, не только в магазине, может, какой-то офис Декатлона, куда прийти ему, куда податься? Да, у нас есть офис, он сейчас находится в магазине Алтуфьева, Декатлон Алтуфьева. Вот, соответственно, там у нас есть отдел e-commerce, это отдел интернет-продаж, и все люди, которые хотят, ну, потестировать какие-то товары или, ну, сделать какой-то обзор, можно обращаться именно туда. Ну, либо писать, опять же, мне через ДК Хайк, и я смогу уже связаться с нужными людьми. Ясненько. Ну что ж, Вика, огромное спасибо за интересную информацию, за то, что, да, ты тут участвовала во всех этих мероприятиях. Вот. Будем ждать новых мероприятий. Ну что ж, друзья, пишем комментарии, куда бы вы хотели путешествовать, вот, и что, и что, какие планы у вас, допустим, даже на декабрь, может, вы планируете какой-то зимний поход. Всем пока-пока. Отлично.